Всем привет! Если вы смотрите это видео, то вы попали на мой канал, с вами Дрейфор, и на связи Нео Драгон. Всем привет! Открытие витрины с ТКВ. Ну и еще да, бесплатные и... с Арихиме и всеми рождественскими. И праздничными, да. В общем. Ну и, конечно же... Выбор. Выбор. Персонажа. Вот у меня вопрос был, к тебе хотел задать. Вот мне лучше выбирать старых персонажей именно этих сезонок, потому что они не часто появляются в придатках. Да, допустим, старых на этих витринах. Старых сезонок сейчас лучше всего выбирать, потому что их вытащить практически нереально. А орбы, особенно 200 штук, лишними не будут. Ну давай начнем, пока время идет. Может быть, сегодня два шага этой бесплатной витрины откроем, потому что мы почти к обновлению дня плечи открываем. Да, близки к нему. Так что давайте начнем. Так, как обычно, по традиции. Не пугайтесь, что иногда изображение может быть вот таким, как вы видите сейчас на экране. Есть на это свои причины. И нет плохой. Да, поэтому изображение иногда бывает квадратами и разноцветное. К тому же у нас сегодня метель. Вот, так что не самая лучшая погода, интернет, ну... Ну, главное, наверное, видно будет, кто выпадет. Кстати, отсюда, наверное, мне Ичигу только нужен. Ну, я не против Арихиме. Арихиме, она необходима. Оставлю. А, она уже есть. Она у меня есть. А, ну... Угу. Ну, кстати, ты не смотрел, значит, то, что я скидывал? Еще не смотрел, потому что стрима еще не было. Соответственно. Ну, в общем, там выпало. Это спойлер небольшой, но в любом случае, ты, наверное, увидишь, потому что они у меня стоят в новых, которые я выставляю. Давай теперь попытаемся фиолетовый Темари выбить. А, да, пятизвездный. Или... А, 50 этих. 50 билетов на аксессуары. Ну, остальное на видосе, который тебе скинул. Угу. Опа. Блин, Кимари. Но зеленый. Но не тот. Мне нужен фиолетовый для Бруна. А мне красный для старого Бруна. Хотя бы, чтобы на сценке с ним бегать фулл СП, а не как сейчас. Кстати, новый сценка имен сегодня будет. Какой? Новый Сен Каймон? Ой, Сен Каймон, говорю. Гильд Квест. А, я... да. Мы говорили о Сен Каймоне, мне сбилось все, и я не подсказанул. Я думаю, прохождение ГК выйдет после этого видоса. Да, как витринка заканчивается как раз, скорее всего, в 12-го, а видос выйдет, возможно, 13-го, потому что перед ним, если все будет успешно, будет видос по тирлистам. Так, погнали. Традиционно, кто не знает, у нас по две десяточки. Почему-то интуиция подсказал, что это золотой будет сейчас цвет. Ну, я уже увидел, что это золото. Это тоже. Так. В очередной раз напомню тем, кто не в курсе, что золото с брейвов это 100% 4 звезды. Ну, то есть фейкаута не будет. Все крови нужны. А мне только Яхве, поэтому я на него накопил уже орбов. Так, ну, давай, фига. Жалко. Ну, две бабочки, обычно только на три. Чаще всего бывает. Ну да. Так. Так, погнали дальше. Следующая двадцатка. Подвисло немного. Да. Изображение, как будто матрица повреждена. Так, пошло дело. Нет. Три бабочки, но ты золотая. Золото, автоскип. Следующая десятка. И снова. Так.
Жалко, что тут гарант не на третьем. А, на каком? Ну, опять две бабочки на пятом. На. Блин, а ну нафиг, опять 4 звезды. Ну, это база. Так. А, пишите в комментариях ваш дроп с витрины, а также дроп с бесплатной гачи. Хоть что-нибудь оттуда вытащили? Я лично нет. Ну, пару... Нет, не пару, один дубль. Опа, пятерка. Ну, неужели? А, это билеты, да? Угу. О, господи. Когда ты был счастлив его услышать? Жалко, мне с новеллы синего чушки нету. У меня тоже до сих пор его нет. Он бы пригодился на Ranged Hollow. Когда же они вот такие прямые, то есть в придатки добавят? И вообще, когда новые будут? Кто новые? Новеллы. Так все, не будет уже. А, жалко. Обе новеллы закончились, а про руки Рэнджи это, ну, смысла нет ее делать. В плане персов там что туда, а что оттуда можно добавить? Руки и Рэнджи, которые я даже не читал, я не знаю, они просто шинигами там и все. Вот так. Да. Переходим к витрине. Давай как-нибудь по-другому. Ну, давай Ичига, допустим, он же у нас имбалансный теперь. Ну да. Так он переключился. Хоть на третьем дай мне что-нибудь. Да вы чё? Подряд нифига. Опять скамят. Чё за дела? Да вообще ужас. Надеюсь, на гарантии хоть не одна лего будет. Да хоть бы там был перс. О. Так. Вот это есть уже. Вероятность. Не там, где надо, конечно, но. И все. Как-то быстро. Малословно, я бы так сказал бы. Извини, я. Обосрался. Так, опять. Хотелось бы, если падают хотя бы синий ульки ор, которого у меня нету. Белого ульки нет еще. Ну, мне нужно на этот какой-нибудь на эспаду, по-моему, да? Да, какая эспады и пустые. Ну, давай орехи, допустим. На ну давай, что у нас все, у нас билетов нет больше. Ну, чисто... голда есть. А, ну, голда есть. А так чисто... Ну, хоть сейчас дай мне что-нибудь. Ну и ну. 4 подряд, нифига. У меня слов нет. Так, гарант. Всех троих дай мне сразу. Да, и витрина закрыта. Это что, 5 звезд? Ну, это гарант. А. На кой черт ты мне это сдался? А я уж думал. Ну, еще и гигача. Вот тебе 3 перса, только немного не те. Ну, один только. Ну, хотя бы не без новинок сегодня. Хотя бы мексиканец выпал. И чада можно прокачать. Сколько он у тебя уже из 5? Не знаю. Но, по-моему, фокус у него есть. Да и потом, по-моему, защиту ему однажды вкачал или нет, я не помню точно. По-моему, только 2 мне, хотя. Mm-hmm. К
Кстати, а тут, когда голда летит, что-нибудь будет? Да. Или... Это да. же все-таки золотые билеты. Здесь серебра быть не может. Ну нет, я имею в виду фейкауты, что-нибудь да, подобное. Конечно. Ну вот то если тут вот этих смотреть. вот больших точек не будет вообще, значит это два перса выпало, Цукишима. Все, по-другому ни, ничего там... Нет, не бывает. Да, ну это трэш. Чё-то меня скамит и скамит. Я мне не хотя бы еще одного вытащить, чтобы отдельной витрине вытащить третьего, попытаться. Я не хочу это видео еще раз называть скамное открытие, что-то типа того. Еще и графонистое дофига. Так, зачем я... Ну что, тут же фейкаут может быть. Все-таки но если нажмешь скип, там у тебя все равно 5 звезд вылетит. Да, но мы хотя бы фейкаут увидим, какой именно будет. Ну да. Так. Я даже не знаю, как крутить. Ну, давай вот так вот. Два шага осталось. Ну... Да ладно, издеваешься. Меня точно ничего не скажет. Это просто дичь какая-то. Как это получается? Клабы, уроды, вы что творите? Где дроп? Мало мне что-то с гарант 3 дали. Все равно как-то не очень получается. Да у тебя за... 100 корбов, один перс, считай, новый. Так, о. Пятерка. Лучше бы она в витрине падала. Да, господи. Единственный перс в игре с додж рейтом 15%. Ну так, фактик небольшой. Чтобы вы знали. Пополняли свои знания в Bleach Brave Souls. Первый ничего. Да, вот и последняя десятка билетов. Вот теперь билетов уже нет. Так, ну надеюсь, хоть на этот раз что-нибудь будет. Остался последний шаг. Так, нет, давай-ка по-другому как-нибудь. Давай, он мне выпал. Сейчас, если... О, ничего не будет, даже не знаю. Жуткий яхо был. А, неужели? Чё за скам получается? Ну, походу, придется кликбейтить опять скамом. Ну, давай, теперь придется билеты. Кстати, я же забыл. Мне же еще с этого день рожденного и то, что вот эти жетончики. Так. Я же сдай. О. Конечно, дубли не вытаскиваем. Так, и вот это. Картинка сочная вообще. Ставь лайк, если тебе нравится такая картинка. Так, ну и погнали. Давай шестерку. Шестизвездный билет, да? Угу. А чё тут понятно, кто будет. Вау. Ичига. Берсеркер. Берс. Он давно 5 из 5, насколько я помню. У меня 4. Так. Айсберг. Айсберг of Perseverance. Ну тут тоже понятно, что пятерка. Ну тут персы ограничены, поэтому... Даже удивляться да. не стоит, что тут. Скорее всего, дубли. Новинки не падают. У меня вроде все персы из айсберга есть. Ну, премные. Сезонки там. Я не знаю, докуда там сезонки. А зачем я смотрю? Камамура. О, он вот это есть. Хорош. Фулл транс? Зато. Нет. А он для ГК по пустым. Иди, лучший саппор до сих пор. По миле пусты. Ну, после Шинджи. Вместе с Шинджи. Так,
Это... А? Вообще не узнал ее. Не, я тоже. Я подумал, это на зоме красная почему-то. Так, это что за билет? Не вижу, все, текст пропал. Крисмас. Айзен. ТКВ Айзен? А что он тут вообще делает? Стоп, что? ТКВ Айзен в Крисмас билете? Подожди. Подожди-ка. Ты знал об этом? Нет. Вы знали об этом? Я знал, что это Айзен, чем выпадет, но я не знал, что это ТКВшный. Чё ТКВ Айзен забыл в праздничном билете? А я уже знаю, кто это. Почему я об этом не знал? Чё за хрень? Перстей. Я теперь знаю, как это видео назову. Я что-нибудь придумаю. Внезапное открытие, блин. Ни хрена себе. О, господи. Так. Какой древнейший дубль. Ладно. Вот вы увидели редкий кадр. Ну вон у тебя выбор перса и все по сути. Примерно, смотри, сейчас получается. Я с этого... Ну, вообще, ты на один шаг хватит, если ты тут что-нибудь старенькое выпадет, которого мне нету. Ну да, если кто-нибудь... Ну, хотя там шаг 250 орбов. А тут, ну, тут все в любом случае это... 75 только дадут. Так вы же на Яхве ждали. А, точно. Тут только 75 дадут. Еще есть РС, но... Так. Где тут самый старенький? Так. Вот так вот, вот так, вот так. Но в любом случае будет новый перс. В любом случае мне будет. Мне что-то подсказывает, что именно вот эти вот пляжные чаще будут вылезать, чем вот эти вот. Потому что так, по-моему, уже бывало. А давай вместо вот этих двух, вот этих двоих. Не, все не знаю, кто там, стоп. Ну ладно. Стоп, минуточку. Тут, ладно. Они у меня были, по-моему, из витрины. Рубрика «Угадай, что за персы в этих ячейках». Какие персы выбраны? Самые старенькие. И именно сезонки. Так, и кто это у нас? Каен. Жуткий Каен, вот. 70. 5. Ну еще и резнуть его можно, да? Это походу Яхве что-то пробирает. Вот ты выбил Яхве, он всю картинку портит своим Олмайте. Аусвеллином, блин, козел. Это за то, что мы его мексиканцем называем? Ну извините, клабы постарались. Сделали из него какого, не пойми кого. Так. Ну. Подвисло. Ну, можно открыть бесплатный шаг и, в принципе, на этом завершить. Все еще и билеты как назло дают. Сейчас задаривают нас за новый день. Да. Да. Думаю, лучше стоит копить на конкретного перса. Так, бесплатный шаг. В принципе, можно если... эти серебряные использовать. У меня 30 штук было. Ну ладно, песни. Вон, три бабочки. Может, что-нибудь будет? Даже на три бабочки ничего. В пролете. Да, попробуем, я по-быстрому прокачаю вот эти и один шаг все-таки сделаем. Тут, потому что я же поставил так, чтобы... Вот эти все четверки... Тройки, ну, да. Тоже тут были. Да. Стоп, зачем я сюда? Сейчас простой способ есть. Ну да. Все прокачать. Не, я ну, привык вот, просто. Так главное, Айзена не влей. Если он тебе не ФТшный, то его главное не влей сюда. Ну тут уже на настройках с 4 написано. Вливать. Так, если вам если вам из этого билета на Christmas 23 падал кто-то из ТКВ или новеллы вдруг,
пишите об этом в комментариях обязательно, потому что я этого не знал, и никто в чате никогда мне об этом ничего не писал. Кстати, он мне не 5 из 5, если что. Что... Это прекрасно. Ну, это в смысле плюс. Плохо, что он не 5 из 5, но то, что он... Это дубль полезный, это радует. Так. Ну, его, понятно, по максимуму качать надо. Да, надеюсь, и у меня Яхва упадет. Не будет вот так вот скамить козел этот усатый. Кстати, а когда ты это Архима выбил? Я что-то на стриме, получается, ты? Нет, я вне стрима открывал. Потому что даже, по-моему, ты в этот не кидал телегу. Да. Я думал, это просто в видосе раскрыть, что вот он, видос по Архиме. Опа, откуда она взялась? А вот так вот, драйвечер просто постоянно вытаскивает ПВП персов, поэтому... Камамуры нет, потому что драйвечер ушел в армию. И он не открывал витрину. Вот и все. А как приехал с билета, Фейшн падал. Да, дубль, но он падал. Так что всех ПВП-персов достал. 50, сейчас получим наши орбы. Ну, Саджин и нахрен не нужен, поэтому я особо и не буду на него тратиться. Так, и где... Ну и это не ТКВ Саджин, который мне понравился. Безумно. Так, да, я так думал, Арис есть. Че, не хватает орбов еще? Те же вроде 75 дали. 75-75 плюс... А, ну да, не хватает. Чуть-чуть не хватает. У вас есть время подписаться на мой телеграм-канал. Ссылочка на который есть в описании под видео. Посмотрим его ульту. Ничего особенного. Конечно, у них вообще ульта у всех там была. Это вот пример D-персонажа. D-тир. Абсолютно бесполезное говно. Кстати, давненько вот этих старых этих фильмовых персонажей не добавляли. Некоторых нету. Да. У меня до сих пор третьего фильма ни одного перса нет. Жалко, что не добавляют. Ни Хамуры с Шизуку нет, ни... Кого там? Руки... Вообще ни одной руки и Дарк нет. Кстати, я опять сюда зашел по привычке. Ну зато сразу влил персов. 32-4 вот, звездных. Жалко, что вот, клабы не делают так, что вот я специально вот эти вот четверки К-плюс ивентов... Сейчас загрузится... Вот отсюда нельзя сразу грузить. По 50, там, по хоть по 100. Ну да. Они приходится... Приходится чистить место. Угу. Ну, допустим, у меня забивается, у меня там всего свободного было 5-10 в инвентаре. И приходилось по 5 каждый раз выливать. Нельзя было сразу, чтобы выливалось внутрь персонажа. Из инвентаря. Каен. Морской суперчеловек. С губки Боба. Забираем орбы. Последний, наверное, на сегодня. Да. Так. Скорее всего, последний. Потому что время подходит к завершению. Ну, хотя бы Яхва есть. У тебя лучший оранжевый перс в игре есть теперь. Да, но мне Ичиго нужен и Орихиме. Хотя бы один из них, чтобы накопить, допустим. Кстати, следующий бесплатный Яхва тоже, да? Следующий гачи Яхва, Сони, да. Следующий мой выход. Следующий мой выход будет. Так, ну давай вот так вот. У меня... Хотя нет, давай последние эти билечки. А, бесплатную не будешь открыть? Сейчас. Бесплатную, а, ты уже открыл, да? Точно, я забыл, что там ничего не выпало. Классика. Давай, может повезет. Давай по полной откроем. Музыка не останавливается. Да. Увы и ах. Ладно, это серебро, чего последний. Бах. Девятый, жалко, десятого не будет.
Ну наконец-то, хоть что-то до Гаранта. Я почему-то подумал, что это Гарант, и сказал... Я так и думал, я перед тем, как ты сказал, я сказал бах. Но я не хотел, чтобы это был Яху. Черт. Пророческий, я этот. Вот, я Яху, только вне, ну, в реальном мире. Будет. И самое обидное, 10-й шаг не хватает. Да. Ну... Ничего не поделаешь. Зато Яху 2 из 5 сможем в соло... Хотя ты и так им в соло мог закрыть ГК по пустым и по без фракции. А так еще лучше закроешь. Так. Ты же все-таки Вальтер Эго, значит, скор у тебя будет. Кстати, вот я вот заметил, почему-то в нашей гильдии не часто вот это вот прожимают, чтобы билетики... Я знаю. На прохождении были. Вот я прожимаю, и походу я, ну, один из 2-3 человек из 20. Ну, да. Да все забывают про это. Ну она такая, знаешь, она такая вот, ну, прям совсем лайтовая. Ты вот получаешь там 2-3 билетика всего. Да, но хоть, допустим, на один... Брейк-билетик, допустим, в ивенте можно вытащить оттуда. Может шансом быть. Да, ну ничего нет сейчас. Надо будет зайти и потом отправить. Ну чё? Ну, значит, получается... получается... Опять скамный крут получилось. Да, мега-скам. И неожиданный сюрприз с этим. Очень неожиданный. Вот... Я такого... Айзоном. ТКВ падали с билетов только когда вот были эти серебряные на ТКВ. Все, больше не было билетов таких. Давай куда-нибудь сюда, допустим, вместо Бруна. Я в шоке. Это единственный перс, который с гачи выпал, не считая тех двух дублей. И при этом вне гаранта только один раз что-то было. Да, и вот он. Последний. Бабахло. Ну, собственно... Все равно поздравляю с сильнейшим оранжевым персом. И спасибо за участие в видосе. Как всегда, в основном у нас на про-видосах только... Ну, на видосах у нас Neo Dragon, на стримах у нас все остальные. И он, кстати, будет тоже. Да-да. Вот. Ну, копи орбы, открываешь потом Ичига или Орихима. Орихим последняя будет. Ну, хотя бы Яху следующий первым будет, да, из отдельных. Можно, хотя можно пропустить. Скопить на следующих. Да. Вот так. Ну, а на этом все. До следующих круток. Да. До следующих открытий. Ну, и я прощаюсь с вами, уважаемые зрители. Спасибо большое за... внимание, за просмотр. Не забудьте оценить видос лайком. Напишите побольше комментариев. Основном на тематике, которые были затронуты в этом ролике. Особенно уделите внимание билету с Крисмас. Потому что я уверен, если уж Neo Dragon сегодня выпал Айзен, то по-любому кому-то тоже оттуда выпадал ТКВ перс. Я этого не ожидал. Это было для меня открытие. Поэтому я так отреагировал. Я не знал, так, что такое может быть. Увидимся в новом ролике, ждите мое открытие, всем удачи и всем пока.